Добрый день! Мы находимся в школьном музее станицы Венгрельской. Наша средняя школа номер 6 является казачьим образовательным учреждением. Наш музей открыт после большой реконструкции, открыт в мае 2019 года. Школьный музей работает по нескольким направлениям. Мы изучаем историю станицы, мы гордимся своими предками, казаками. Мы узнаем много нового и интересного о тех людях, которые прославились своим мужеством и героизмом. Также следующее направление нашей работы – это история нашей школы, учеников, выпускников. И третье направление – это история и участие жителей нашей станицы в войне 1941-1945 года. Такие основные направления, которыми мы занимаемся с ребятами в нашем школьном музее. Говорите. Вместе с ребятами нашей школы, вместе со школьным активом, и в частности с Симоном Семенякой и Денисом Киселевичем, мы проделали большую работу по созданию календаря памятных дат, памятных событий нашей станицы в период оккупации. Потому что существует множество фальсификаций, множество версий о том, что же было в то время. Может быть, так и не было страшно, может быть, не было с фашистских зверств. Ведь проходит время, и молодое поколение об этом не знает. Поэтому мы собрали большой практический материал, объединили это все, календарь памятных дат станицы Венгрельской в годы Великой Отечественной войны. На одной из страниц нашего календаря отражен подвиг нашего ученика нашей школы Володи Гукова, которому было всего 12 лет. Он был связным партизанского отряда «Вихрь», созданного из жителей нашей станицы. И он ходил в разведку, потому что он был бедно одет, с котомочкой, был мальчик-попрошайка. И он ходил по железнодорожным станциям, где стояли эшелоны с немецким вооружением. Недалеко от нашей станицы проходила знаменитая голубая линия. И советской армии было очень важно знать информацию о количестве вооружения, которое подходило на эту линию. И однажды его задержали немцы. А они обыскали его, он сказал, что просто просит хлебушек, и отпустили. Но был в нашей станице полицай Танканук, который стал тщательно осматривать одежду Володи Гукова и нашел небольшую записку. Дело в том, что эшелонов было много, оружия было много, и чтобы не забыть и все правильно передать, он записал несколько данных о количестве оружия. И тогда Володю стали избивать, пытать и требовать, чтобы он указал, где находится партизанский отряд. Но он не выдал местонахождение партизанского отряда, и его расстреляли. Память о Володе Гукове хранится в нашей школе, хранится в нашей станице. Это выпускник нашей школы, 12-летний герой. Также с помощью нашего музея, который находится в станице Венгрельской, и наших добровольных помощников, нам удалось найти акты о зверствах фашистов, которые были составлены комиссией сразу после освобождения станицы. В них рассказывается о том, что были зверски расстреляны еврейские семьи, которые эвакуированы были из Ленинграда. И их здесь, в станице, расстреляли. Среди расстрелянных был даже маленький ребенок, которому был всего годик. Также рассказывается о том, что накануне освобождения нашей станицы, наша станица была освобождена 23 февраля 1943 года, а 19 февраля в нашей станице, в мельнице, заживо были сожжены жители нашей станицы. И многие о том, что была сожжена хата с ранеными бойцами Красной армии, когда немцы заняли станицу, а советская Красная армия не успела эвакуировать бойцов. Вот об этом мы помним и сохраняем память. Также мы вместе с ребятами восстановили историю создания памятника в нашей станице. И мы храним память о тех людях, кто внес свой вклад в то, чтобы в нашей станице были памятники, которые рассказывают о героизме и мужестве советских солдат и жителей станицы.
Также у нас было проводилось перезахоронение останков воинов, погибших на территории Абинского района. В частности, вот найдена фотография, которая рассказывает об открытии стелы, на которой выбиты имена жителей станицы Мунгельской, участников Великой Отечественной войны, памятник на кладбище Сильском, где похоронены освободители станицы Мунгельской, умершие в госпиталях. Мы бережно вместе с ребятами храним и будем продолжать хранить память. Ведь из истории каждого маленького, наша станица очень маленькая, но ведь из истории каждой такой маленькой станицы складывается история нашей большой Родины.